Ловишь меня? Ловлю, ловлю. Давай. Он не словит, не лови. Не прыгай. Ёпта! Так, бобовые. Семейство бобовых побежало. Мне кажется, что-то пошло не так. То ли я Педя, то ли он гонщик. То ли я Педя гонщик. То ли, сука, музыка громкая. Ты так передвигаешься, как медведь. Вот ты гангстер. А ты знаешь, в этой игре, если сесть, ты больше не встанешь. А нифига ты передвигаешься как... В смысле? А вот и все. Чистый юрист, каракатица. Ты что делаешь? Эволюция до тебя добралась, что ли? Ну да. Так, на экране вроде бы все просто. Ну, типа, разогнаться и все. Ну, давай тогда. Понял. Устрем на связи в ломбарде. С каждым разом пытаюсь найти что-то интересное для вас, чтобы вы вдоволь посмеялись. Ну и именно поэтому сейчас будет нарезочка из нескольких игр. Самое главное не забудь. Интересный момент расположен по всему видео. Не пропускай, досмотри его до конца. Спасибо каждому, кто подписался и не прошел мимо. Нас уже 800 человек, и это огромная, огромная мотивация делать контент дальше. Скоро, совсем скоро, будут новые рубрики, как по КСке, так и по остальным играм, поэтому не пропусти. Ну а так, все по стандарту, в описании Discord. Там вся информация по моим роликам, хочешь попасть в них, заходи туда. И сообщество, естественно, в Стиме. Там ты можешь поставить тег стая и в КСК играть именно с этим тегом, чтобы все видели, что в нашей стае уже много человек. Так, не буду больше затягивать, приятного просмотра. Кого погладишь? Лысо. Знаешь, как это в романтических этих сценах? По щечке так гладишь так? Ты что могу? Видишь мою руку? Целуй. Целуй. А так? О, так можно. А как голову мотать? А. Опа. Опа. Вы чё, гниды? Вы чё делаете? Просто от всего падаю. От всего. Переваливаюсь. Да я последний уже бегу. Вот это финишная. Есть. Бобовый, семейство бобовые. Ты чё, совсем? 18 человек должно только пройти. Давай. Сейчас скорица должна быть. Я пойду. Я прошу. Я 18-й. Ух, как последний. Просто волосок сусов вот этот вот. Вот прикиньте, как это в жизни. То есть ты едешь вот так, получается? И то есть у тебя вот это вот ощущение. А когда ты падаешь, какое ощущение? Типа, сейчас я упаду. Палец вверх. Ауф. Это просто показатель, как надо было. То есть, я думал, что он будет так же, статуя, а я, видите, лучше получается. Чего, блядь? О, уже получается. Опа. Вот это я понимаю. Вот это я... Топовый этот педиагончик. Ёпт! Дышим. Выдыхаем. Ай, я вдохнул. Оба. Тиху! Сейчас спокойненько. Непринужденненько. Едем. Не едем. Ты давай. Камень, об камень. Зайди уже хотя бы. Камень. А! Оно улетело. Кто? Палка, которую хотел взять. Давай костер разведем. Давай людей разведем. Вы соберите там это. Костер покажет. Да нихера не понятно. Сейчас я приду и помогу.
Какой-то ужастик. Ой, что это? Что это за херня? Это камень пищит. А что тебе не нравится? Вот именно, что мне не нравится. А что тебе? Меня кто-то кусал. Да кто тебя кусал? Это камень был. Ты ёбнутый, но меня же кто-то укусил. Ну, видимо, ты ёбнутый, раз у тебя... Может, тебя еда убивает? Во. Стой. Смотри. Чё тебе красивый этот? Кто? Иди сюда. А вот он. Спайдермен. Все, я теперь, у меня есть паутина. Так, главное просто осознавать, что мы делаем все аккуратненько. Спрашивайте. Ёб! Аккуратненько. Понял. Так, слева Pro. Справа у нас Advanced слева. Ну, мы, конечно, первый день. Понял, хватит. Профессионализм у нас в крови. Сейчас мы все сделаем аккуратненько. Я же говорю. Сейчас. Не спрашивайте. Это невозможно для меня. О! А полет заказывали? Блин, это же так-то больно. Ёпта! Давай! Ведь это такая скорость бешеная. Так, там что у нас получается? Все одного цвета? Все одного цвета. А что за цвет там? Там как-то красиво. О! А куда? О, я умею крутиться. Это я типа в дартс играл сам с собой, типа. Что это было вообще? Взяли, спиздили, все у желтых. Синие, держите! Держите! Мяч держите! Последнюю секунду просто выбили его, бля, желтую. Короче, до 30 минут. Я хавать хочу. Вот надо что-нибудь понять. Кто такой? Так посмотрел на меня. Ты такой наблюдательный. А зажигать чем? Камнем? Камень надо. Не, можно камень. Ой, фу, палку в палку. Я тебе дам сейчас палку в палку. А что такое? Трист. Трист? Да. Еда такая, наверное. Камень нашел. Еще один нужен. А что, вода убивает, что ли? Да, ты типа, ты умер? Нет. У меня закончил. У меня сирст закончился. Сирст. Это вода, наверное. Побежал. А что делать с ней? Как его есть? В рот засунь. Как? А вы там просто говоришь, и он вроде ест. В смысле говоришь? А, и типа чисто в игре говорить можно. Типа ням-ням-ням? Да, что, ну, не знаю, что-то не говори. А как есть? Ты посмотри, что у меня с рукой. Так с какой рукой есть хочу? На, жри. Ты видел? А, так так же мне надо вроде кормить. Как? Друг друга, блядь? Да. Ну на, жри. Рот открой. Открыл. Я тебе кокосом поебу надавал. Как? Сейчас поем, походу. Как ты поешь, походу? А, во, и все, и вот это вот шелуха, смотри, анчоусная вот это, смотри. Ловишь? Вот этот. Шелуха остается. Ну, в принципе, я думаю, на этом все, потому что я решил отдохнуть. Отдохнуть на животе самый топ. Спасибо всем за просмотр, за твой ставленный лайк. Естественно, оставь свой комментарий. Ну и, как говорится, дальше больше.